Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня 10 ноября 2022 год. Сейчас я катаюсь по западной части города Алматы. И сегодня предлагаю посмотреть, как проходит пробивка улицы Тулеби. Еду со стороны улицы Ашимова в сторону проспекта Алатау. На карте указано, что данная улица называется проектируемая. Здесь с правой стороны строится новая ЖК. Предположительно, вот как раз перед этим ЖК по, так скажем, улице проектируемая должна пройти в будущем улица Тулеби. С левой стороны здесь вот эти заборы, газовые трубы. На канале уже ранее был выпуск про пробивку улицы Тулеби. Можно будет там тоже подробно посмотреть, как это было. Здесь, видимо, какая-то территория за бетонным забором, не знаю, может быть, какое-то госучреждение. Так, дальше дорога уходит вот так. Пока что никаких работ в этой части не проводится. Строительные работы идут со стороны проспекта Алатау. Сейчас данная улица называется Жуалы. Жуалы көшесімен келе жатырмын. Так, ну что-то, кажется, изменилось. Ранее я здесь вот не проезжал. Вроде как в предыдущем видео я ездил где-то с правой стороны. Надо будет еще самому пересмотреть это видео. Творится какой-то небольшой здесь хаос. Справа идут какие-то строительные работы. Но не особо, если честно. Вот. Ну, видимо, из-за погоды, может быть, так как недавно был снег, здесь все подтаяло и, соответственно, очень много грязи. Вот как это сейчас выглядит. Дорогу еще не сделали, но вот здесь вот с правой стороны уже строят новый дом. Очень удобно. Нашел паспорт объекта. Так, декабрь 2023 год. Планируют закончить. А вот примерно вот так будет выглядеть данная улица. Или данный участок улицы. Интересно, что здесь нет никаких упоминаний о том, что по Тулеби пойдет легкорельсовая дорога. То есть что-то вроде скоростного трамвая. Строительные работы здесь ведутся, но не так быстро, как хотелось бы. Видно, что уже одну сторону открыли. Это та сторона дороги, по которой я сюда приехал. А здесь с левой стороны, там укладывают какие-то трубы и все перекопали. Тулеби будет очень широким и еще посередине планируют запустить ЛРТ. Как можно заметить, здесь слева, справа еще как бы ничего не происходит. А если пролететь еще дальше, то можно заметить, что здесь еще ничего не делают,
предстоит расширение, причем очень большое, и дорога пойдет, оказывается, чуть правее, чем я думал. Я думал, она пойдет по той улице, по которой я проехал, ошибался, она пройдет правее. Вот по такому маршруту. Теперь предлагаю посмотреть на обратную сторону. Впереди там, вдалеке, это проспект Алатау. В этой части идет ремонт улицы Тулеби. Можно заметить, что здесь вот появились две полосы движения. С левой стороны это дополнительная полоса, посередине это основная полоса. Вообще в будущем улица Тулеби планируется быть шестиполосной. Также посередине хотят запустить ЛРТ. Об ЛРТ, точнее об его строительстве, информация будет только в следующем году. Сейчас готовится там разная документация на этот счет. Потихоньку подлетаем к проспекту Алатау. С правой стороны здесь строится новая очередь ЖК. Не знаю пока что, что за ЖК. По поводу линии электропередач пока что ничего не могу сказать. Они останутся или их все же демонтируют, или перенесут куда-то. В будущем здесь на пересечении с проспектом Алатау будет ли какая-то развязка, или будет просто светофорное движение, пока что непонятно. Но по тому плану, по тому паспорту объекту, который мы ранее видели в видео, я так понимаю, там будет обычное светофорное движение. В этой части уже можно заметить, что расчистили территорию под новую дорогу. Впереди там есть дорога, данная улица называется улица Алтнорда, и также на некоторых картах обозначена как улица Карьерная. А если смотреть туда дальше вдаль, там находится уже населенный пункт Абай. Это уже Карасайский район, Алматинская область. Пойдет ли дорога в сторону города Каскелен, пока что непонятно. Такой информации в СМИ я не нашел. Ого, как тут все стало загружено. Очень много строек. Вот этого всего летом не было. На канале можно будет посмотреть предыдущее видео про пробивку данной улицы. Но кажется, я вижу, что здесь открыли посередине дорогу уже. Странно, конечно, что в том месте, где сейчас я еду, не сделали асфальт. Как бы выезд в сторону проспекта Алатау есть, а дороги нет, ну, в плане асфальтированной. Очень много грязи. Вот смотрите, вот этот данный уже участок открыли. А ранее его, кстати, не было. Так, куда дальше? Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.